Цель все равно начнется. Она будет проходить поэтапно. Сперва объявят чрезвычайное положение в связи со вспышкой эпидемии. На внеочередном заседании парламент принял, а спикер Дмитрий Разумков уже подписал законы о противодействии распространению COVID-19. Центр эпидемиологического контроля. Сохраняйте спокойствие. Как только мы проведем дезинфекцию, вас поместят в карантин. Против чего карантин? Против инфекции. Неизвестного происхождения. Штрафы и уголовная ответственность за нарушение карантина. Мы вынуждены. Нас вынудили безлики, иного пути нет. Теперь дело за автографом президента. Найдите выход, или это сделаю я. Нет, агент Малдер, ничего у вас не выйдет.